Как его зовут? Михаил. Пошлите, ребята, мы сейчас уезжаем. Все в порядке? Думайте о домашних. Такой университет, он на всю жизнь. Не сейчас, потом пожалеешь. Я никогда такого приступа не видел. На МРТ показывают рассеянный склероз. Что происходит? Мне не становится лучше. Знаю, потому что сам это прошел, Лаура. Привет, Лаура. Куда рулила-то? Ты замечательно выглядишь. Если я контроль потеряю, она помнит. Да кто бы не хотел. В первый раз забыла, что я вообще-то сильно болею. Могу тебе совет дать? На том, что можешь, сосредоточься, а что не можешь, забудь. Я неряха. Что дальше будет, не знаю. Просто борюсь за это.